Мне просто непонятно, почему нельзя. Вызывать охрану? Не, вызывать ничего не надо. Я сейчас позову охрану. Ребенок потерялся. Чей? Это ваш? Нет? Нет. Стоит вот, один. Вот. Don't cry. Друзья, всем привет! Вы на канале Леди Лео. И сегодня мы снимаем крутую рубрику «Пою в ТЦ». Сегодня мы будем подходить к людям и петь их любимые песни. И посмотрим на их реакцию. Друзья, погнали! Я пошла искать. Здравствуйте, такая интересная пара, таких красивых рубашечек. Хотим вам песню спеть. Идет, да? Глазам, да? Правда? К моим глазам? Да. А, девушка не проревнует? Нет. А, ну все. Его мать. Вы че? Обалдеть. Ну тогда надо спеть песню «Мама». Не, а какую песню спеть вам? Скажите, пожалуйста. Любую, какую хотите. Любовную. Кормухина «Путь». Не, ну не такой же стиль. Ну не такой, не такой же стиль. Романтичный. Вот эту музыку мы берем пальцем. Где тот, кто нас слышит сейчас? Я могу. Давай. Я не согласна. Кольца давайте. Выбрали уже? Дети! Давайте я буду вашим ребенком. So goodbye, please don't cry. Спасибо! Ну что, выбрали? Нет, помогла? Путаю, блин. Все, спасибо. Я кошу решила нарисовать. А? Ой, какое сердечко классное! Потому что любовь. Потому что любовь, друзья. Все, все, пока. Здравствуйте. Как вас зовут? А это я не знаю, он там. А вас не будет видеть. Ну ладно. Хотели вам настроение поднять, спеть вам песню? Ладно. Настроения нет у человека. А что нам тут надо-то? Что надо? Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вам песню спеть, поднять вам настроение. А какую? Скажите, какую? Русский какой знаете? Зиверт. Я знаю только песню у нее. Напугали меня, это ужас. Извините, я не хотел, вы тоже меня удивили. Здравствуйте. Как вас зовут? Валера? Очень приятно. По такому случаю хочу вам спеть песню. Какую вы захотите? Но почему-то у меня одна песня хочет очень. Вырывается прям из меня. Но не буду. Блин, Валера это классное имя. Я просто знаю очень много Валер, и они вообще классные мужики. Правда. У него просто папа Валера тоже. Вот такой мужик. Давайте спою что-нибудь вам. А? Зачем? А для настроения.
поднять настроение. Вы сидите, скучаете, мы хотим вам поднять настроение. Не нужно? Клиенты? Угу. Ну ладно. Спасибо. И на том. Все. Спасибо вам тоже. Здравствуйте. У вас такой красивый магазин. Мы хотели у вас тут спеть вам песню. Нет, спасибо, не надо. Пожалуйста. А что такое? Нет, я не, мне просто непонятно, почему нельзя. Вызывать охрану? Не, вызывать ничего не надо. А я сейчас позову охрану. Просто непонятно, почему это запрещено. Ну ладно. Вот так вот настроение хочешь людям поднять, а у них его нет, они злые. Просто тетка злая. Здравствуйте. Мы пришли вам спеть песни и поднять вам настроение. Вы такая симпатичная, вы так улыбаетесь. Здорово. Спасибо. Мы вас увидели сдалека. Я прям влюбилась. Какую вам песню спеть? Ну, какая вам что? Нравится. А что вам нравится? Что вам нравится? Мы поем именно что, то, что вам нравится. Вот. Ну, например, хотя бы. Спойте свою любимую. Лейла, например. Ой, здорово. Вот это вот сразу надо вот с этого начинать. Там, конечно, одно слово было. Это просто спасибо. Было бы очень долго. Все, да. Спасибо. Простите, что испугала вас. Так приятно, почему бы и нет. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, девчонки. Меня зовут Аня, а вас как? Нет, мы просто хотим поднять вам настроение. Вы называете песню, а мы вам поем. Вашу любимую, да. Кристиночка. Ой, какая важная женщина. Ой, девушка. Твоя любимая? А вы знаете Сплин? Да. Может, Сплина? Давай. Скоро рассвет. Какую-нибудь песню детскую, может? Я знаю, из детских. Знаешь, какую? Песню «Мамонтенка», знаешь? Нет? Он, наверное, еще не разговаривает, а я у него вопросы спрашиваю. По синему морю, в зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. Только у тебя родители, походу, потеряли, да? Вот это ребенок, это, кто-то ребенка потерял. А? А, да, конечно. У нас просто первый выпуск, мы сами, честно говоря, переживаем. Мы еще не снимали в торговом центре, поэтому для нас пока... Я очень не представляю, как это делаешь. Ну, как-то стараемся. Спасибо вам, девчонки. Ребенок потерялся. Это ваш? Нет? Нет. Стоит вот, один. Вот мама его стоит. Дальше. Ребенок потерялся, блин. Да вон мама его стоит. Где? Где стоит? А мы думали, потерялся. Мы думали, ребенок потерялся. У вас такие тут запахи интересные. Здравствуйте, меня зовут Аня. Нужно назвать песенку, а мы для вас споем. Давай. Давайте. А какую? На русском ты песенку хочешь? Вы просто расслабляете, тут массажики. Ой, да. А ты какую песню хочешь? Так, на русском или не на русском? Лучше на русском что-нибудь. А недавно к нам в магазин, знаешь, кто заходил? Раиль Арсланов?
Нет. Не угадал, да? Когда в магазин заходил, Женя Мирковский, знаешь, кто это? Ну, конечно. А вот давай тогда его песню какую-то спой. Он заходил со своей девушкой. Вот мы с моей второй другой консультанткой, не с этой, были от этого просто в экстазе. Просто не смогли справиться со своей. Да? И что же вы сделали? Так ничего, проконсультировали и даже не сфотографировались, чтобы не влезать в его личное пространство. Он ведь все-таки на шопинге, можно сказать, отдыхает. Ну да. Да так ты спой песенку-то его какую-нибудь. Так. А у меня медленный танец, знаешь, как какую песню? Кофе, мой друг, самый мой первый медленный танец. Вот и я и хотела. Я и хотела попробовать ее. Все, давай, мы массаж продолжим. Только чтобы вам, ну, кайфанули. Глаза закатывали там. Нет, не для видео вообще. Этому не обращайте внимания. Вместе споем? Кофе мой друг, музыка мой, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо моя тетрадь. Спасибо. Спасибо, спасибо. Если честно, правда? Очень хорошо поет. Звезда. Пользуешься какими-нибудь масками у нас? Да, наверное. Я что-то покупала у вас эти. Это шарики. Можно не снимать. Здравствуйте. Мы пришли вам спеть песни. Ваши любимые. Какую? Какую песню вам спеть? Я уже задавал, ты коллега. Коллега, коллега, скажи песню. Так. Так. Батя сказал. На крыше дома твоего. Ну, погоди. Неожиданно. Подождите. А я такой не знаю. А что? Пускай любую. Не, ну... Так, а еще есть какие-нибудь варианты? Ну, это прям очень... Высоцкого. Парус. Пойдет. Пойдет. Батя сказал, пойдет. Ну, давайте попробуем. Может, что-то еще тогда? Не-не-не. Нормально? Давай, да? Счет? Серьезно? Ну ладно. Ну все, спасибо, Дмитрий, спасибо. Как вас зовут? Нет, просто настроение вам хотели подарить. А я могу это сделать? Вы? Конечно. Пожертвование принимают? А, вы хотите пожертвование? Вы можете нам спеть. Не, я могу пожертвование сделать. Пожалуйста, мне не надо. Нам достаточно вашей улыбки. Ну, ладно, да, спасибо все? Большое. Давайте. Давайте. Мы не против. Есть как? Леди Лео. Конечно. Только вы... А, блин, это же... Сейчас-то съемка идет, видео, которого еще нету. Ну, хотя, в принципе. Да, кто меня не пересмотрит? У меня 20 подписчиков, это там идет. А, ну. Моя собака и 15 взрослых. А? Давай? Да. Все, спасибо. Пока, спасибо. Пока. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пени дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. А? Просто песни поем прохожим, людям. ТЦ. Ты просто сидишь такой, засыпаешь. Ну, надо спеть. Да? Спасибо. Какую, может, песню тебе спеть, которая тебе нравится? Ну, сейчас молодежь на поиск молодость, что-нибудь такое, да? Юность? А. Звук поставим на всю, и соседи не слышат.
Это юность моя, звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорит до утра. Это юность моя, это юность моя. Уу, круто! Давайте подарок. Правда? Конечно. Подарок? О, ты серьезно? Круто! Сегодня мне просто, и вообще я в шоке. Спасибо. Слушай, мне как-то даже неудобно. Ой, спасибо. Блин, это очень красивые браслеты. Можно вот этот? Класс, очень красивый. Спасибо. Тебе не надо? Мне? Да. Что это? Браслетик подарок. Спасибочки. Блин, я его буду теперь носить. Обязательно будет приносить удачу. Спасибо. Спасибо. Друзья, спасибо большое, что посмотрели этот ролик. Он получился очень классным. Мне очень понравилось снимать эту рубрику, хотя было немножко страшно. Если вам понравилась эта рубрика, обязательно ставьте лайк. Если мы набираем 15 тысяч лайков, мы снимаем вторую часть этого видео. Блин, ребята, мне кажется, это очень крутая рубрика, поэтому поддержите обязательно ее лайком. И я вас жду на новых моих видео. Спасибо вам большое, что сегодня были со мной. Всем пока!